также Евгений Гинзбург. И спасибо большому симфоническому оркестру «Кинематографии» и дирижеру Сергею Скрипке. Сейчас они возьмут ноту, а я потом продолжу. Потому что мы сейчас услышим песню «Мальчик строил лодку» из фильма «Если верить Лопатухину». Режиссер Михаил Казаков. Я даже не знала, что он делал эту картину. Великолепный артист, прекрасный режиссер. А исполнит ее все та же Ирина Линд. Талантливая, красивая, удивительная актриса из театра на Таганке. А вот помогать ей, именно поэтому я пришла с записочкой, она своей рукой, с большим уважением к своим помощникам, попросила меня четко произнести, кто это за коллектив. Юные артисты детского театрального центра «Маленькая луна» под руководством Сергея Рахана. Итак, «Маленькая луна». Тема из фильма «Лапта». Режиссер Николай.
Николай Корнишев. Слово на рояле. Игорь Назарук. Это потрясающий совершенно пианист. Я его еще помню со старых времен, когда была первая моя картина, она называлась «Исполнение желаний». И там удивительно совершенно солировал. Потрясающий совершенно Назарук, приезжая из армии. И тогда его вытаскивали из армии, потому что он проиграл удивительные совершенно темы. Спасибо большое.
режиссер Геннадий Мелконян. А сейчас для вас будет песня. Вот видите, вы меня простите, пожалуйста, это мой дебют. Я верно иду. Спасибо вам, Сергей Иванович, мой дорогой. Что бы я без вас делала? Спасибо. Вот, значит, сейчас будет вальс. Нежданно не вальс. Режиссер Геннадий Мелконян. Thank you.
вера, надежда, любовь. На музыку из фильма «Руанская дева» по прозвищу Пышка. Все тот же прекрасный режиссер музыкальных фильмов Евгений Гинзбург. Автор слов Наталья Макунин. А на ком где-то здесь у нас. Наташа, где вы? Старайтесь. Счастливо вам прийти в кинотеатр, а исполняет Наталья Быстрова. Thank you.
вот он где-то здесь сидит, я не могу его узнать. Мы когда-то учились почти что параллельно. Где он, Борис? Композитора Георгия Говяня совместно с композитором Леонидом Гайдом из фильма «Вид на жительство». Режиссеры Аман Пасаля и Александр Стефанович. По-моему, мы все вместе где-то учились. Да, товарищи? Вот видите, все мы были по одному. Thank you.
Сергей Иванович, вы так хорошо говорите. У вас удивительный тип, встает очень красивый голос. Сергей, ну мы с вами давно работаем. Да. Я наш солист. Аплодируйте, пожалуйста. Я Лондин, солист. Как же этот фильм назывался? Потому что в оригинале он назывался «Неравнодушная природа». И вот в этом году на сайте этого киностудии мы нашли единственный фильм, который похож и по тематике, и даже по каким-то другим линиям. Фильм называется то ли «Горизонталь», то ли как он так называется, то ли «Вертикаль», такой странный фильм про геологов. Но любопытно то, что Георгий Рамович в этом произведении использовал песню, которую написал казахский композитор, и сделал на основе этой песни три произведения, которые вот объединены в эту маленькую сюиту. Танец девушек, вальс и танец мужчин. Вот мы сыграем, послушаем, как Георгий Рамович овладел казахским колоритом. Спасибо большое.